Салют, братишки и стрелки, микрофона, мистер Кей. Здорово, народ. Мы находимся в МТА на сервере DZ. Так вот, давай, бери ты руль. Не буду тебя огорчать. Я говорил на час на своих стримах, что не мог найти давно хорошего сервера DZ, зомби, чтобы все по красоте было. И я все-таки его отыскал. Все ссылочки будут в описании. Заходите, будем играть здесь вместе. Неизвестная дорога нас ожидает, случайно нашли эту дорогу. Да, мы катались, нашли машину, отремонтировали ее. Начали лут, кстати, уже поиграли здесь где-то больше часа. И наткнулись на эту дорогу. Куда она приведет нас, вообще непонятно. Что ж, поехали? Да, давай, поехали. Сделана как, такая, знаешь, историческая дорога там, 18 Попробуем. Века. Какой-нибудь замок сейчас там будет. Ну, мне реально интересно посмотреть, что там... О, я знаю... Нифига себе. Реально замок, слушай. Да-да-да-да, прям как крепость. Давай, заезжай. Тихо, спокойно, может, она охраняется. Никого нет вроде? На форт похоже, такой форт реально. Так, военный городок какой-то. Палатки здесь стоят, какой-то домики. Штаб. Слушай, здесь так интерьеры проработаны, я прям отсюда вижу. Может, в здание попробуем зайти, наверняка и в здание... Да-да-да, смотри, там в здании... Сейчас попробуем. Все можно увидеть. Наверняка здесь можно тоже отыскать много хорошего лута, так что давай побродим, посмотрим. Смотрим помещение и так далее. Канистры, ножики всякие. Так. Наверное, надо набрать то, что нам нужно, и выбросить лишнее, я так полагаю. Ну, у нас много чего, и по сути-то не лишнего даже. Ну, в принципе, да. Но. У нас есть все, что нужно. Окей. Поехали дальше. Здесь потом мы все искали, все собрали, все, что нам необходимо. Там еще ангары есть какие-то. Что здесь можно вообще заныкать палатку, если так посудить, и в палатке все спрятать на всякий черный день, так скажем. Чтобы... Ну, если ее никто не найдет, конечно. Ну, вот здесь, правда, уже какой-то парень заныкал свою палатку. Навряд ли. Вот здесь можно где-то... Вон, вон торчит палатка. Здесь ничего не заныкано. Видимо, мы не одни такие умные. Там есть что-то в палатке? А, давай посмотрим. Давай посмотрим. Нет, она пустая вроде как. Я вот, кстати, теперь могу... У меня раньше не появлялось такое окошко рядом с туризмом, а сейчас появляется. Типа, чтобы починить? Да. Просто у нас почему-то двигатель красный, и это непонятно, почему так. Так, здесь еще палатки стоят. В принципе, чисто место для лута, да? Поэтому давай, может быть, мы направимся куда-нибудь на зону 51 и постреляемся. Думаешь, там кто-то есть? Ну, обычно на любых, вообще любых DZ серверах все едут на зону 51. Чисто такое место для ПВП. Так что... Сейчас попробуем. Давай туда направимся. Так, смотри, мы приближаемся к зоне 51. У нас есть ракетницы, они нам очень помогут, мне кажется. Это самая знаменитая зона 51. Аккуратно, аккуратно. Ну, надо как-то от этих зомби избавляться, чтобы... Пистолет, у тебя нет пистолета? Я могу взять его как дополнительное оружие, мне не сложно. Главное, чтобы меня в этот момент никто не убил. Дополнительное я тоже возьму. Слушай, за мной бежит какой-то зомби. Надо избавиться от него. Так. Так, как мы заходить сюда будем? Скрытно? Давай, давай, нет, не скрытно, ты иди по левой стороне, я по правой. Ну, чтобы мы друг друга только видели. Что-то какое-то сомнительное, это невидимый забор. Перепрыгиваем. Он высокий. Обходим. Нам надо его обойти, да. И попутно от зомбаков надо избавляться как-то. Спасибо, помогаешь. Очень хорошая пушка. Дополнительная. Слушай, стрёмно мне бежать здесь. Короче, как только кого-то видишь, сразу доставай гранатомет и шмаляй. Это понятно. Зомби очень много. Да, ты хера их. Мы сейчас привлекем внимание. Я уже, по-моему, привлеку внимание. Пошли, тут можно перепрыгнуть. Да, давай быстрее. Тут чувак какой-то... А, нет, это зомби. Уходи был. Туда быстрее. Зомби, зомби был. Нормально. Перелезай тут. По лестнице можно вверх подняться? Ты хочешь наверх подняться? Понятно, это же этажка, Сан Андреас. Вон, смотри, там бегают, смотри, ребят. Блин, надо как-то что-то делать. Я не знаю. Невидимый забор. Ты убил себя? Да, по невидимому забору ударил. Мать. Понятно, в общем, недоработки сервера дают о себе знать. Подожди, 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 я сейчас
Попробую его убить. Он бежит прямо на меня. А, нет, он схитрил, он поднимается наверх. Ну, я, короче, в него все патроны сейчас. Убит один. От тебя убит? Да-да-да, это я его грохнул. Все. Того парня грохнул. Один. Ну, здесь, по-моему, кто-то еще был. В общем, если сможешь, конечно, добраться сюда еще раз, то можешь попробовать. Пока я доберусь, тебя кокнут. Но этот невидимый забор, конечно, реально очень сильно задал будет. Тебе надо что сделать, но ладно. Я попробую здесь... Прячься. Да. Сейчас я приду. Спрятаться. Так что жду тебя здесь. Опа! Хаммер, Хаммер приехал сюда. Я почти рядом уже. Слушай, я... Они тебя не видят? Нет. Я сейчас возьму... А, они уехали. Они сделали круг и уехали. Я уже на зону забежал. Я хотел базуку взять и... прям в них шмальнуть. Давай, я на крыше жду, если что, подстрахуйте. В принципе, можно занять эту точку и... давать сюда людям приезжать, потому что сюда очень часто кто приезжает. Патрулирует. Это чья-то зона вообще? Мы попали на чью-то территорию. Скорее всего. Ты у ангаров? И да, но я на крыше. Там здание есть. Смотри, рядом. Я сейчас дам знак. Над ангарами смотри. Попробую пустить ракету. Давай, смотрю. Есть? Да, вижу тебя. Иду оттуда. Давай, вижу тебя. Ну, это, тебя... надеюсь, не я четверых убил? Там сзади тебя машина. Ой. Вон сзади тебя машина. Я вижу тебя. По мне с ракетницы валят. Это я, это я. А, это ты? За мной лиса бежит. Сейчас убью ее. Хитрожопая лиса. Убью ее. Бежать-то? Я не знаю. У нее очень страшная морда. Беги ко мне быстрее. Я тебя подстрахую. По-моему, вон машина едет, машина едет. Меня убивают. Я не могу понять. По мне стреляют. У меня переломаны кости. Блин, я не могу понять, где машина. Она только что сзади тебя была. По мне стреляли. Я сейчас перебинтуюсь, подожди. Давай быстрее. А вон вижу, ни хрена себе там бежит людей. Там толпа бежит, слушай. Я сейчас буду тоже попробовать. Давай, отстрел. Я упал. Обстрел по ней, обстрел. А у меня закончилось оружие. Я все патроны... Снайперку бери, скорее. Меня убили. Со снайперки они стреляют. Чёрт. Где они там? Они не прорисовываются. Опять же, недоработка. Не прорисовываются. Точно не прорисовываются? Только в снайперском, да? Потому что я их видел. Они со снайперки прорисуются. Не знаю, я их так видел. Без какой-либо снайперки. Не, так видно было. Когда они отошли, их не видно стало. А со снайперки я их не вижу, они меня видят. Интересно. Может, здесь надо какие-то очки одевать, чтобы все было хорошо видно. Потому что у нас есть какие-то очки в инвентаре. Но непонятно, как их одеть. Ладно. Я на том же месте живу еще. В принципе. Не одевал бы ты бронежилет. О, я вижу одного. Он в меня целится, козлин такая. Как он меня... Убил? Каким образом? Что у него за пушка такая? Ну да, я труп. Снайперка? Я даже не понял, кстати, снайперка у меня стрелял. Я когда в него целился, видно было, что он в меня уже целится, но... Он в меня очень быстро стрелял из чего-то скорострельного. Непонятно. Может, рифл? Ну ладно, ребят, заходите, отомстите за нас. Надеюсь, у вас все получится. API сервер в описании будет, все ссылочки в описании, так что удачных вам игр тут. Давайте, пока.